Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева была задержана правоохранительными органами Великобритании. Внимание полиции дама привлекла крайне нескромным образом жизни. За 10 лет она потратила в универмаге порядка 16 миллионов евро. Таким образом, сообщает российская газета, Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый британский закон по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств. Сейчас женщине, которая владеет в Лондоне недвижимостью общей стоимостью 28,5 миллиона долларов, грозит экстрадиция на родину, передает агентство Nation News. Власти Азербайджана пока официальных комментариев не давали, однако, скорее всего, Лондон действует в сотрудничестве с Баку. Известно, что муж Гаджиевой в 2016 году был осужден к 15 годам лишения свободы за крупное мошенничество и растрату. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.